Поехали, ребята, с Нубиком. У нас супер колеса, смотри какие. Офигенские колеса. Из обсидиана. А, ребята, вы знаете, что такое обсидиан вообще на самом деле? Я, кстати, в Википедии решил почитать. Есть такой вообще материал или нет, обсидиан? Или это придуманная материя такая, знаешь? Чисто для Майнкрафта придумали обсидиан. Оказалось, обсидиан, да, есть. Это существует такой материал. Это вулканическое застывшее стекло. Вот, когда вулкан, например. Лава. Да, настоящая лава. Стекает. И она, получается, песок, где находится, она его плавит. Ну, не только песок, там камень, булыжник. Но в основном, мне кажется, стекло. И вот это стекло, застывшее, когда оно расплавилось, потом оно застыло, оно превращается в обсидиан, да? Да-да-да. Расплавленный песок. Итого 1112 долларов. А давайте приобретем мы колеса. Другие. Да. Ускоренный разгон, увеличенная максимальная скорость. Посмотрим, какие колеса. Зеленые, это вообще какие-то бриллиант. Нет, не бриллиант, изумрудные, изумруд. Ух ты. Так, ну особо вот эти колеса, не знаю, добавляют скорость или нет нашему Нубику. Офигеть, если мы не пройдем игрушку, ребята. Вот у меня всегда такое чувство страха есть, что мы полностью прокачаем персонажа, как вот в данном случае. Мы его прокачиваем, а пройти не сможем. Потому что, смотри, колеса на максималку практически у нас прокачаны. А проходим мы совсем чуть-чуть. Вроде бы там еще много прокачивать надо нашему Нубику. Ну, не знаю, не знаю. Вот сюда вот, смотри, мы кое-как дошли. О, кто? А, видишь? Видишь, сколько еще идти надо? А почему мы раньше сюда доходили до этого значения? Сейчас не можем. Вообще мне вопрос такой. Открытый. Ой, сколько колесо-то стоит? Косарь и лук косарь, да? Ну ладно, будем прокачивать тогда бензобак, потому что он самый дешевый. Так, ну что, продолжаем играть. Так, у нас тут 3 минуты, почти за 4 минуты. Ладно, поехали. Так, убегаем от зомбиков. Смотрим, успеем ли мы убежать. Так, первый заезд едем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, аккуратно. Первый заезд, он, по идее, легкий самый. Да, 250 метров мы проехали. Хорошо. Следующий заезд, второй. Так, кто-то не смог доехать даже сюда. Представляешь? Так, берем бензинчик. Да ё-моё, давай, быстрее, машинка. Так, в горах едем. О, блин, мне так кажется, что у меня у машинки очень маленькие колеса. Фига, меня уже здесь ловили. Да не может быть такого, чтобы они меня вот здесь ловили. Не могли. Либо они очень сложно такую сделали трассу. Понимаешь? Да, поэтому... Тяжело очень проехать. Да. А как же мне выиграть? Как же мне выиграть это все дело? Блин, я еще стукнулся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну нет, тут нереально проехать. Вообще нереально. Так, давай гараж поменяем детали. Вот эти поставим. Так, и что еще взять? Что же еще взять? Так, при сборе монет. А там монеты вообще есть или нет? Ну давай, монеты там вроде бы есть. Ладно, поедем с таким набором. Так, интересно, кто с каким еще едет? Чуть-чуть, да. Монеты чуть-чуть ускоряет, но монеток здесь мало. Поэтому я не знаю. Ребята. Да, чуть-чуть лучше стало ехать.
Ускорение не работает. Мне главное вот здесь проехать. Здесь очень тяжело. Да, вот этот набор лучше оказался. Намного. Я с этим наборчиком буду теперь ездить. Так, теперь мы едем дальше. Смотрим, далеко ли мы сейчас проедем. Побольше монет бы положили бы, я бы быстрее бы ускорялся бы. Так, 800, надо хотя бы, ребята, 900 монет. А нет, словили меня. И 908 метров всего лишь. Да, 30 секунд, ребята. Успею или нет свой рекорд побить. Так, 20 секунд. Боюсь, что время работает против меня. 30, 11 секунд. Давай, Лин, быстрее, машинка, ё-моё. О, новый рекорд. Ах ты. Всё, визонники меня споймали. 955 метров. Что весьма-весьма неплохо. Так, кто там 10 значков заработал? Чувак какой-то. Офигеть, круто как. А можно его машинку посмотреть? Нет, это все не кликабельно, к сожалению. Так, 3 значка дали всего лишь. Ё-моё. Привет, ребята. Привет. Привет, продолжаем играть в Майнкрафт. Так, тут уже дядька сел, лег спать уже, да? А слушай, ты уже этот дом закрыл. Подожди, сейчас я тоже кровать сделаю. Так, вот у меня есть силовые доски. Сейчас я быстро сделаю. Ты видишь, у меня тут чувак этот спит постоянно. Ага. Все, кровать есть. Белая кроватка красивая. Как из Икеи, да? Так, я тоже тут лягу, полежу, посплю. Как раз ночь пройдет. Эх, вот такой вот у нас чувачок здесь. Мы с ним пока живем здесь. Потому что у меня домика своего нету. Ну, я потихонечку здесь его домик строю. Строю домик. Давайте дальше строить. Почему нет? А что у меня здесь есть для булыжника? Да, давайте булыжником здесь немножко построим. Тик-тик-тик-тик. Так, он мне отличается? Нет, булыжник этот. Так, все, здесь булыжник у меня будет и дерево. Так, елово, это у меня дуб, да? А где дубы растут? Тут дубов нету. Слушай, ну у меня и саженец дуба. Давайте я быстро сразу посажу пару саженцев, чтобы выросло дерево. И жрать. Мне всегда все время хочется жрать. Пшеница моя еще не выросла. Пойду-ка я посмотрю, там где-то картоха росла у одного из жителя. Да, сейчас посмотрим, подожди. И мы эту картошку заберем. Заберем, если она еще выросла. Хотя она могла не вырасти еще. Так, чего мне здесь я не могу никогда вот здесь пройти? Слушай, алло. Они понастраивали какие-то непонятные, что настроили. И как-то все неправильно. Ого, что это такое у меня? Так, ну земли много, но почему-то она в другом месте у меня стояла. Ой, где тут дядька еще здесь? Ой, подожди, что за звуки какие-то? Подожди, не понял. Ты слышишь? Как бы я слышу. Так, вот картошка. А, нет, это не картошка, слушай. Это морковка. Ничего, что я тебя немножко тут поворую. Морковки, да. Это, как его, что тут еще у тебя есть? Интересная свекла. Ну, у тебя ничего не выросло. Слушай, алло, ты плохо садишь. Давай, сади дальше. Работай, чувак. Во! Так, что тут выросло у тебя? Морковка. Ладно, я тебя пока позаимствую. Я не думаю, что ты будешь против сильно. Так, давайте пошлите вниз. И мы у себя это тоже посадим. Посадим. Где-нибудь, например. А почему бы нам здесь не посадить, да? Так, берем сразу воду нальем. Так, вот здесь. И вот здесь будем садить, да, на 4 кустика. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А, вот здесь еще, да?
Наливаем водичку. И садим здесь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. А, можно было больше садить, ладно. Так, что у меня там было? А, свекла. Ну, мы сразу давай свеклу посадим. А, тут надо семена брать, свеклы. Красный краситель. Подожди. А как свеклу садить-то? Что-то я не помню. Ну, картошку, как бы, картошка садится. Вот. Ладно, будет, пускай картошка растет. А свеклу что-то я не помню. Морковку также просто ты ее берешь и садишь. Ладно, давай мы пока морковку посадим. Морковку. Морковка тоже просто садится. Нифига мне сколько морковки было. А как же свеклу садить? Что-то я забыл. Она как бы красный краситель и все, а так она не садится. Батюшки, сед. Ладно, я сажу свеклу. Все, свеклу я сожрал. На, давай мне мясо. О, мяско есть. Сейчас я мясо пожарю. Как раз мне нужно мясо. И надо будет, мне нужно стекло. А чтобы получить стекло, ребята, нам нужен песок. Все, я пошел за песком. Где лопата у меня? Блин, у меня сейчас лопата сломается. Мне нужна новая лопатка. Так. Сейчас делаем лопатку. Вот булыжник у меня готов. Раз лопатка, два лопатка. Все, пошел я собирать. Где-то здесь была речка. Мне нужно песочек найти. Сейчас раздобудем песок. Но не туда я пошел. Где-то в другом месте. Где-то в другом месте я не помню. Ну, где-то была речка, это точно. Ладно, побежали. Сейчас найдем речку. Может быть, там мы еще и найдем, кроме речки, что-нибудь еще интереснее. Что можно еще интереснее найти, кроме речки? Скажи мне. Тростник, тростник, точно. Точно. Мы сейчас попробуем найти тростничок. Да, далеко мне надо будет, придется идти, бежать, посмотреть, где здесь есть река сначала. Так, где-то она была. Нифига. А, вот она река справа получается. Ну что ж, ну а пока мы бежим до реки, мы будем заканчивать серию. Всем пока.